сейчас мы с вами проведем интересный эксперимент на яблоке, чтобы посмотреть, как препарат распространяется, на какую глубину и как это выглядит. Мы взяли специальное контрастное вещество, на яблочке сделали отметочки, которые будут... эти значения отвечают на значения на шкале нашего аппарата. То есть 0,1 отвечает за 0,1 одно деление на шкале. Ну, соответственно, 0,2, 0,3, 0,4 это будет 0,2, 0,3, 0,4 деления. Мы будем постепенно делать проколы, потом сделаем разрез и посмотрим, что из этого получится. Приступаем. Сначала делаем 0,1 деление. Так, заряжаем аппарат, ставим на 2 деления. Прокалываем в районе циферки 0,2. Заводим снова аппарат, ставим 3 деления. Вот эта трещинка нам мешает. И последний, 4 деления. Видно, что она разрезана, не надо было резать. Теперь разрежем и посмотрим. Точно так же происходит в коже. Ну, не точно так же, немножко по-другому, но примерно мы можем представить, как препарат распространяется у нас под кожей. В отличие от того, как препарат вносят в кожу шприцом, и там просто такая капелька, то когда мы делаем это гиалурон-пеном, у нас происходит впрыскивание. Это преимущество, в отличие от обычных инъекций. Это безболезненно, препарат сразу же распространяется у нас под кожей, он быстрее начинает работать, и мы быстрее видим результат. Ну и, конечно, это не больно. И это очень быстро, удобно и комфортно и для клиента, и для мастера. Сейчас проведем еще один эксперимент. Попробуем, как этот же способ проявит себя на желе. Будем делать то же самое.